Друзья, всем привет! Сегодня будем делать очередную быструю, но очень полезную самоделку для стройки своими руками и за копейки. А для этого нам понадобится кусок доски, кусочек бруска, простая дверная ручка и пилки по дереву. Для начала немного построгаю и отторцую доску. Далее нанесу разметку, а точнее нахожу центр и от центра в стороны расставляю по 4 точки. А затем от этих точек надо взять 60 градусов и провести черту. Остальные надо сделать как на видео. Размеры между чертами дам чуть позже. А вот и размеры. По бокам доски тоже проведу черту, так как далее нам надо будет сделать пропилы как раз на эту глубину. А теперь приступаем к процессу пиления. Готово. Берем пилки, находим центр, зажимаем струбцинами и пилим пополам. Кстати, купил я их по 8 рублей за штуку. Так что насчет того, что испортил новые пилки, прошу не писать, так как их не жалко, ибо стоят они копейки. А то, что из них получится в конечном итоге, стоит гораздо дороже. Теперь вклеиваем эти половинки в пропилы на доске. Я первую пилку попробовал приклеить цианакрилатным клеем, но он не особо для этого предназначен, потом я все склеил каким-то двухкомпонентным клеем. Так, теперь от бруска отпилим кусок на глаз, как на видео. Там примерно 20 градусов. Прикручиваем ручку и прикручиваем брусок. Все, самоделка готова, идем тестить. Мы тут к дому пристройку делаем из пеноблока, и эта самоделка тут как раз нужна. Блоки хоть и кажутся на вид идеальными, но это не так. Между ними иногда получается такая вот ступенька, которая мешает класть аккуратно тонким слоем клей, и по-хорошему такие ступеньки надо убирать. И вот я вам показываю самый простой способ это сделать за копейки. Готовый подобный стоит от 800 рублей. Но его еще поискать надо, у нас в местных магазинах его не нашлось. А тут цена вопроса 40 рублей. Плюс, как эти пилки сотрутся, я их вытащу и вклею новые. Так что пользуйтесь, друзья. А на этом на сегодня все. В
комментариях оставьте пару слов насчет данной самоделки. Кому интересно, что у меня за инструмент и оснастка, ссылки оставлю в описании. Там и наш любимый Алик, в котором можно купить всякое разное по дешману. Заходите, смотрите. А также поставьте лайк этому видео, если оно оказалось полезным для вас. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр, желаю хорошего настроения, всем пока!